Audi A8 к шикарному штатному монитору. Подключена дополнительная навигационная мультимедийная система. Справа у нас сейчас YouTube, слева Яндекс навигатор. Звук идет штатную акустическую систему стерео. Регулируется так же, как и штатный звук. Меняем соотношение сторон. Переходим в штатную систему. Все сохранилось. Осталось без изменений. На гарантию не влияет. Монитор складывается точно так же, как и прежде. Ничего необычного, ничего лишнего. Установлено мультитач-сенсорное стекло, которое позволяет полноценно пользоваться системой голосовое управление. Весь функционал современных мультимедийных и развлекательных приложений в Play Market. Онлайн-телевидение в высоком качестве. При включении задней передачи появляется изображение со штатной системой парковки без ограничений. Это всегда в приоритете. Обращайтесь, вам наверняка это понравится.